последнее время проходило много тренингов. Обычно это было так. Ну, в основном для меня лично банально. Лично этот тренинг впервые, наверное, и вообще в моей жизни заставил меня сдать билет утренний и уехать вечером. Лично моя цель про новое, я очень много чего, я вообще об этом не слышал никогда. Я думаю, что я смогу это использовать. Ну, я знаю, как это уже делать. Спасибо за интересную информацию. Вот. Раньше об этом даже не задумывались, то есть все как-то проходило мимо. То есть вы работали по своим наработкам, сейчас перевернули взгляд. То есть будем смотреть не только что доносить, а и кому, и как доносить. Вы привлекли вообще мое внимание и интерес за 10 минут, и я до сих пор на таком же позитиве. У меня столько нового, для меня некоторые вещи стали понятны. То, что я это буду применять, это однозначно, потому что я уже смотрю, кто мои сотрудники, кто мои дилеры, а некоторые просто вот прям нарисованы, эти дилеры. Спасибо большое.